Добрый день! Я приветствую все зрители YouTube-канала журнала «Автодела». Меня зовут Роман Клопотов. И вот это герой нашего сегодняшнего обзора. Небольшой аппаратик, который по своему внешнему виду, по форме корпуса, у меня, например, напоминает шуруповерт. Но если мы снимем с держателя, то увидим длинный шланг. И по длинному шлангу можно сразу же сказать, что перед нами автомобильный компрессор. Ну, не просто автомобильный, а на самом деле универсальный компрессор, который может быть полезен не только автомобилистам, но и домашним мастерам. Выполнен в такой вот привычной для всех курковой форме. Мы видим рукоятку. На ней курок для того, чтобы активировать данный аппарат. Я сейчас нажимаю, он не включается, потому что в тыльной части располагается кнопка активации. Здесь мы видим манометр. Если мы нажмем на кнопку R, то манометр засветится. Засветится также светодиод подсветки. И после этого мы сможем активировать наш компрессор. Кнопка здесь сделана таким образом, что глубокое нажатие выключает устройство или включает, а если ее нажать поверхностно, то можно остановить накачку, что на самом деле удобно. Там, при накачке велосипедов, при накачке шин, велосипедных шин, при накачке автомобильных шин, для того, чтобы можно было убедиться в том, что давление выставлено правильно. Здесь кнопочками плюс-минус выставляется максимальное давление, и компрессор накачивает давление до предела, установленного на манометре, потом автоматически выключается. Причем здесь ошибка очень небольшая. Когда мы накачивали шины до 2,2 атмосфер, то устройство отключилось, а на шине давление было, мы перепроверили, 2,3 атмосферы. То есть достаточно точно работает манометр и легко все отключает. Если уж мы заговорили про накачки шин, то обратите внимание на вот этот шильдик, который показывает о том, что шина накачивается за 3-5 минут, в зависимости от радиуса колеса. Мы взяли колесо для тестов, колесо R15, типа размера 195/60, стандартная модель для многих легковых автомобилей, и попробовали накачать его этим манометром с нуля, то есть полностью спущенное колесо. Он смог его накачать примерно за 7 минут. То есть за 7 минут, точнее 5 минут 54 секунды, давление от нуля стало 2,2 атмосферы. Манометр справился со своей задачей. Очень удобно, что здесь длинный шланг. Можно легко подключить колесо и манометр оставить стоять рядом с колесом. Вибрация у него небольшая и нагревается он на самом деле не сильно. Качает достаточно быстро. Хорошая модель, универсальная. В комплекте идут также насадки для того, чтобы можно было накачать какие-нибудь накачивающиеся игрушки, матрасы или же, например, спортивный инвертарь, для этого есть иголочка. Также в комплект идет провод, который подключается к обычной USB-зарядке и, соответственно, заряжает, подключается дальше в торец нашего устройства и заряжает его на аккумуляторную батарею. Здесь есть внутри светодиод, если мы его подключим, светодиод загорится, и мы сможем понять, разряжена батарея или нет. Сейчас у нас светодиод горит, батарея полностью заряжена. Вот такое вот небольшое универсальное устройство. Мне понравилось, как он работает. Хороший, прочный корпус. В принципе, аппарат произвел хорошее впечатление. Подробности теста автомобильного беспроводного компрессора TrendVision APK-2 вы сможете найти на наших электронных страницах журнала «Автодела». www.autodela.ru. Ссылочка будет в описании. Спасибо за внимание. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.